Очередная посылочка от братцев-китайцев с Алиэкспресса. Фонарик кемпинговый. Пришел в такой коробочке. Спектр использования очень велик. Сейчас давайте посмотрим, что тут у нас. С фонариком идет вот такая вот приблуда. То есть можно фонарь использовать как пауэрбанк, заряжать iPhone, ну и другие разные гаджеты. Ну вот, собственно, сам фонарь. Я его уже зарядил. В принципе, он после приезда в Россию уже был заряжен немножко. Имеет два магнита. Один на задней части. Магнитик слабенький. Вот здесь два магнита. Они более-менее хорошо держат. Обзоров на эти фонариков уже очень много. Но я хочу свое мнение высказать. Фонарь стоит 600 рублей. Но его удобно и в палатке использовать, и для того, чтобы под капотом в машине ковыряться. Запаску на дороге в темное время поменять. То есть вот таким образом регулируется угол. Примагничивается крыло автомобиля и светит на рабочую поверхность. При замене колеса или для того, чтобы поковыряться с двигателем. В таких углах он работает. Можно и так его повесить к потолку. Как заявляет продавец, время работы 3 часа. Ну, я думаю, вполне нормально там для небольшого похода или мелкого ремонта в темное время суток. На фонарике вот есть такой крючок. Тоже удобная штука, можно где-то за сучок на дереве подвешать, да за любое удобное место. Вот два разъема, один USB для зарядки и один разъем для зарядки телефона, прямо от фонарика. То есть вот это вот приблуда с проводами. Можно и так втыкать, чтобы зарядить. Другое гнездо, чтобы использовать по назначению.
универсальная вещь, идет в комплекте. Ну, свет у него вот в головной части. Небольшой фонарик. Какую-то мелочь на дороге посмотреть, если потеряешь. И основной. Выполнен из диодных элементов. Но свет такой имеет. Неравномерный белый свет какими-то синими полосками, поэтому может быть и цена такая естественная. Для палатки, еще раз повторю, что-то подсветить где-то вполне подойдет. Здесь установлены два аккумулятора. Время зарядки, ну не знаю, час, может, полтора, не следил, включил, ушел, пришел, пошел пользоваться. За такие деньги, как обычно, китайская штучка, не знаю, сколько прослужит, в принципе, сломается, выкинул, не жалко, ну а может и не сломается, пользуюсь не так часто, поэтому посмотрим. Ну а так в руке. Удобно держать, не тяжелый, но с каплями воды, я думаю, не справится, потому что тут вот эти разъемы. Через них легко вода проникнет. Приятная кнопочка. Кому интересно, ссылка под видео на товар.